Ребят, и перед началом данного видеоролика я бы хотел посоветовать канал Никитос Чан. Парень снимает интересные видео по различным мини-играм, такие как Skywars, голодные игры и многое другое. Также хочу отметить, у него довольно приятный голос и качественный монтаж. Так что советую вам подписаться, чтобы не пропустить ничего нового. Ссылочка будет в описании и аннотация на экране. А мы, ребятки, приступаем к ролику. Погнали! Bitch, I bet I put on the low. What's up with you, ho? Bitch, you smoking drone. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we go. Всем привет, ребят, с вами я, Домер, и сегодня мы играем в Skywars на лаунчере Vine World. Я надеюсь, что вы поставите огромный палец вверх за веб-камеру. Это вообще, ребят, очень клево, так как нас уже более 5000 человек. Просто недавно я снял ролик, спасибо за 4000 подписчиков, и буквально после выхода данного видеоролика у меня уже было 5000 подписчиков. Это просто офигеть, ребят, просто огромное вам спасибо за то, что вы как бы мне есть. Мне чувачок кидает пати, не знаю зачем, прими пати, он мне пишет. Ладно, ребятки, если мы наберем 150 лайков, то сразу же будет новый ролик с веб-камерой, так что у вас есть смысл ставить огромный палец вверх. Также хочу сказать, что у меня завтра пройдут соревнования по тэквондо. Если вы верите в мою победу, почему бы не поставить огромный палец вверх и написать хэштег Домервин. Я просто тогда обязательно затащу все заради вас, ребят. Давайте тогда отправимся на центр, потому что я не вижу смысла оставаться там. Но поскольку, ребятки, у нас на центре находится алмазник, это будет довольно-таки сложно сделать. Но поскольку у нас есть ведро лавы, я думаю, это все можно будет устроить, так как он немножечко... Так, он что-то задумал, ребят. О, нифига себе. Так, в меня стреляет другой алмазник, и это меня немножечко смущает. Так, лава ему. Пусть как бы покупается лаву, я не против. Так, убираем лаву, будем надеяться, что они не тим. Нет, они не тим, я такой подхожу. Ладно, я свой пацан, ладно, я не свой. Давайте, я убил одного. Офигеть, ребят, просто. Понимаете, я, по-моему, сделал 2 килла, либо же 1 килл. Но, вы понимаете, я раскатал алмазника. Конечно, я специально выждал этого момента, чтобы подбежать и просто его забить. Потому что вы сами видели, какой он наглый был просто. Мы его раскатали, ребят, все благодаря вашим лайкам и именно вашей поддержке. Походу, мы его убили. Либо же он просто сам сгорел по себе, потому что он тогда горел в огне вроде бы. Так, будем дальше тогда лутать наши сундучки, потому что, я так понял, он центр вообще не облутал, и будем надеяться, что так оно и есть. Так, в принципе, походу, он облутал центр, это, ребятки, все вранье. Давайте тогда я лучше уберу лаву, так как она мне сейчас очень сильно мешается, и если я в нее случайно, если у меня будет мало хп, наступлю просто, я, к сожалению, умру. Так, до открытия мистического сундука у нас осталось 7 секунд, так, у меня есть лук, но нет стрел. 1 секунда, все, открываем, и к нам приходит бомж. Так, надо ему показать, кто здесь батька, а то... Нет, он, ребятки, выжил. Ему просто, честно говоря, повезло. Ну, на этот раз он как бы далеко от меня не уйдет, так как... Если он ушел от того чувачка, то от меня он наверняка не уйдет. Дайте мне хотя бы мистический сундучок обутать, так как там лежит у меня топ-лук. Мне надо его забрать, потому что ко мне, ребят, вы видели, сколько как бы пациентов ко мне собирается прям на смерть. Второй пациент, ребят, просто я в шоке, сколько их сегодня ко мне подходит, это просто невероятно. Спасибо еще раз вам огромное за 5000 подписчиков, остался последний игрок, и я буду надеяться, что мы его убьем. Все благодаря вашей поддержке, ребят. Так, также не забывайте писать свои комментарии, если вы напишите свой комментарий, то, возможно, даже именно как бы твой комментарий попадет в рандомный, я не определяю, какой рандомный комментарий. Это определяет сайт lizoanair.com, вроде бы random giveaway, короче. Ладно, будем дальше тогда лутать наши сундучки. Так, у меня есть 3 золотых яблочек. Я буду ждать, пока этот чувачок ко мне побежит. Так, надо в него попасть. Ладно, попали. Лишь бы он упал, и мы бы его тогда в водичке добили. Но я понял, что у него мало хп, и специально по этой причине он сам по себе отходит. Ну ладно, мы сделали, ребятки... По-моему, 4 килла, даже может и 5, так как эти чувачки просто в наглую побежали ко мне. Пытались как бы меня в крысу убить, когда я был сначала пупешился с одним, потом со вторым, потом с третьим. Это просто, ребят, была жесть. Я как бы думал, они по одному будут подходить, но как бы они и подходили по одному, но они подходили где-то
через секунд 10 каждый. Вот, вот просто. Я не думаю, что это было совпадение. Сначала первый подбегает, меня дубасит, я его убиваю. Потом второй сразу же подбегает. Потом третий. Так, у нас должны были сундучки вроде бы обновиться. Нет. Будем ждать тогда этого чувачка, пока он ко мне придет. Я его подпалил, чтобы у нас было больше шансов на победу. Так, давайте ждать 9 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И сейчас, ребятки, я буду просто тащить. Давай, иди ко мне, только, пожалуйста, не убегай, братан. Так, вот он ты. Он меня просто собирается бить. Он же не знает, что я как бы его просто закликаю. Ваймворлд у нас на версию 1.8. Ребят, я не думаю, что я буду записывать пока что версию 1.9. Мы поиграли вчера с друзьями на версии 1.9, и там почему-то вот прям у всех моих друзей, если выпускается фейерверк, то просто в Майнкрафте при 10 FPS, короче, Майнкрафт приседает до 10 FPS. А на этом, ребятки, все, с вами был Домер, ставьте огромные пальцы вверх, и не забывайте подписываться на мой канал, если вы здесь впервые. Ждите следующего ролика с веб-камерой, он выйдет сразу же после того, как мы наберем 150 лайков. А на этом все, с вами был Домер, я это уже говорил, всем удачи, всем пока, ребят.